Если в прошлом году я ездил на легковой, нормально проезжал, то сейчас вот воды столько, что встречаются места такие, что на УАЗике как-то можно проехать. И еще видимо, давно никто не ездил. Сюрпризы начинаются. Что это за копь? Копь интересная. Времени нет. Опа. Да. Вот. Канавка в лесу сделана. Хорошо, вот тут пойдешь и смотришь. Что-то похоже на пигматит. Да еще со слюдкой. Люблю такие вещи. Кварчик идет вроде. Надо заниматься.
Ну, пока ничего не попадает. Тоже интересно, кто-то здесь был уже. Вернемся по корням. Рядом болото. Чего интересного? Вон еще два корешка. Заглянуй. Вау, высокие. Галька кварцевая. Ну-ка попробую здесь копнуть. Интересно, клюква есть, нет? Вау! Вау! Да, на этой дороге тут век никто не найдет. Черт с ней, с клюквой. Ой-ой. Опа. Все, выбрался. Там засасывает. С кочки слетел. Запах неприятный, багульник. Хороша штука. Хороша. Шибка пегматитовая. На болото рядом. Вода будет. Да, жилка пегматитовая, это пегматит.
интересно. Тоже можно работать.